Игры – самое популярное времяпрепровождение детей в летний период. Современным детям будет интересно посмотреть, во что играли их дедушки и бабушки. Такую возможность предоставил музей «Конспиративная квартира» симбирской группы РСДРП, который приглашает на выставку «Советская военная игрушка». На данный момент здесь представлено около 100 различных игрушек. Ну, это такую вот идею нам предоставил в свое время Василий Александрович Дронов. Он моделист, делает различные модельки техники, солдатиков. Он говорит, а неплохо бы показать было не просто модельки, а какие-то игрушки. Ну и за год мы собрали вот такую вот интересную коллекцию. На выставке можно увидеть неандертальцев, сделанных на Донецкой фабрике, ЧПФскую конницу, оловянных солдатиков периода Октябрьской революции и игрушки-дутыши. Также посетители смогут познакомиться с журналом «Мурзилка» советского периода. Герои выставки как будто сошли со страниц этого журнала. Есть уникальные игрушки, в том числе стреляющие до сих пор рабочие металлические пушки, которые стреляют такими вот пулечками, их можем увидеть в витрине. Есть игрушки, которые даже запакованы, то есть они сохранились еще в советской упаковке. Это уже пластмассовые солдатики, повторяющие солдатиков матросов октября. Выставка будет работать до сентября. Ирина Антонова, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.